твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» називають наймістичнішим романом письменника. Він є рекордсменом по збору душ, неприємностей і проблем, як в театральних постановках, так і в екранізаціях. Безліч режисерів не тільки мріяли, а й намагалися зняти екранізації на цей роман. Та майже всі спроби закінчувалися фатальними випадками ще до початку постановки або зйомок. Вдалося це лише двом режисерам – Юрію Карі і Володимиру Бортко. Володимир Бортко часто стверджував, що ніякої містики немає. В одному з численних інтерв'ю зазначав, що нічого містичного на зйомках не відбувалося. І в процесі створення фільму ніяка потойбічна сила не втрачалася. Хоча вже перед початком зйомок, прогулюючись на Патріарших, режисерові Бортко невідомий перехожий ні з того, ні з сього сказав: «Нічого у вас не вийде». При тому, що на той момент про плани Бортко екранізувати «Майстра і Маргариту» майже ніхто не знав, містика чи ні. Актори, які погодилися на зйомки, з часом відмовлялися. У всіх були різні причини. Наприклад, актриса Анна Ковальчук, яка зіграла роль Маргарити, після того, як було знято серіал, розлучилася з чоловіком. А виконавець ролі самого Воланда Олег Басілашвілі вже під час зйомок втратив голос через крововилив голосових зв'язок. Олександр Калягін, який погодився на роль Берліоза, з інфарктом потрапив до лікарні ще до початку зйомок. Після того, як він пройшов повне обстеження і лікування, вирішив повернутися до зйомок, але через повторний інфаркт був змушений відмовитися від ролі і повернутися до лікарні. В загальній кількості за час роботи над фільмом загинули 18 акторів. Постійно змінювалися оператори, бо після кількох днів знімання вони починали хворіти на різні хвороби. Відбувалося ще багато дивних пригод, які заважали знімати екранізацію. Чи не містика це? До студії «Нового дня» завітав заслужений артист України, актор та режисер Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Сергій Черкалюк. Доброе утро! Доброе утро! Просмотрели хронику того, что происходило во время съемок, какие трагические события были, но теперь хотелось бы узнать вообще о суеверии, насколько актеры и режиссеры верят в эти, возможно, совпадения, возможно, действительно мистические. Ну, в большинстве своем, конечно, актеры суеверны. Это связано с особенностью профессии, естественно. Некоторые суеверия надуманы, некоторые выдуманы специально, а некоторые основаны на действительных фактах. Ну, например, есть такое суеверие, что в театре нельзя есть семечки подсолнух. С чем связано такое суеверие? Суеверие это связано непосредственно с тем, что семечки подсолнуха влияют на голос, голос садится, и это очень хорошо слышно на сцене. Вот, так что это не просто так суеверие, это действительно подтвержденное суеверие. Суеверие есть такое, если роль упала на пол, нужно мгновенно, в каком бы положении ты ни был, как бы ты ни сидел, кто бы ни был рядом, нужно мгновенно попой сесть на и эту роль. И актеры выполняют. Обязательно. Ну, в большинстве случаев выполняют. Если не выполняет кто-то из молодых, старшие осудительно смотрят. Да, роль не выйдет. Роль не выйдет. Есть масса, конечно, различных суеверий. В каждом театре свои. Открыть первому дверь или закрыть первому, последним дверь, выйти последним на сцену или первым выйти на сцену, что угодно, масса всяческих суеверий, каких-то приспособлений, как правило, ну, мне так кажется, все-таки это больше игра, чем действительно вера в какие-то обстоятельства. А вот если посмотреть на мистику произведений Булгакова, потому что действительно, возможно, это совпадение, но много трагических событий произошло после съемок фильма, после постановок в театрах. Как вы к этому относитесь? Ну, я-то, давайте не будем меня трогать, у меня особое мнение по этому поводу. Я вам скажу, что в истории театра есть несколько мистических пьес, которые актеры просто панически боятся ставить в театре. «Макбет», «Вий», и теперь вот добавилось еще «Мастер и Маргарита». Масса всяких историй о том, как гибнут актеры, руки, ноги ломают, все что угодно происходит. Вот теперь вернемся ко мне.
Я абсолютно уверен, что в большинстве случаев это совпадение. Просто даже не совпадение, а то, на что специально обращается внимание. Если бы ставился какой-то другой спектакль, может быть, и не обратили внимания, кто-то там палец сломал. А тут, ну, мы же Булгакова ставим. Конечно, палец сломался. Мы же Булгакова ставим. Фонарь взорвался. В Русском театре ставили по Булгакову «Кабала Святош». Никогда такого не было. Взорвался фонарь, загорелись кулисы, марлевые кулисы. Быстро потушили, никто ничего не пострадал, все было хорошо. Но все, конечно, это же Булгаков. Естественно, то есть ожидаемое чудо. Есть история, конечно, я прослушал немножко сюжет в самом начале. Говорилось ли о том, что первая попытка экранизации, в постсоветском кино экранизация была в 1994 году, Юрий Карр оставил фильм, и фильм 10 лет не выходил на экран. Да. Кстати, потрясающий фильм, он мне почему-то больше нравился, чем фильм «Бортко». Многие критики тоже воспринимают его намного лучше, но да, зрители хотя его, к тому, сожалению, к тому не знают. Есть претензии. Но тем не менее, и говорят, и там были какие-то совпадения трагические, и на фильме «Бортко» были какие-то совпадения трагические, и на спектаклях, которых сейчас играют, уже немножко схлынула волна, первое время было очень много спектаклей, ставили «Мастера и Маргариту», все хотели, очень сильно хотели раздеть актрису и покатать ее на метле. Вот. Происходила масса каких-то вот трагических совпадений и случайности, что и дало пищу к объяснению, вот, конечно, это Булгаков. Конечно, булгаковская бесовщина, а Булгаков окружен, практически все его творчество окружено бесовщиной. Понятно, время было такое бесовское. Хотелось бы также узнать, есть ли доля самовнушения во время того, как актеры играют постановки Булгакова и сами себе придумывают какие-то проблемы, и, возможно, в этом можно даже найти какой-то плюс, предостеречь себя и быть намного осторожнее, когда играешь, допустим, того же «Мастера и Маргариту». Ну, во-первых, изначально актер не должен терять голову на сцене, что бы он ни играл и кого бы он ни играл. Конечно, самовнушение есть, обязательно. Ведь самовнушение в какой-то смысле – это часть профессии актерской. Он должен верить по Станиславскому предлагаемые обстоятельства, относиться к ним немножко опосредованно, но тем не менее понимать, что с ним происходит. Если актер полностью растворяется в своем образе, это сродни какому-то наркотическому средству, когда ему кажется, что он играет гениально, а зритель в зале ловит челюсть, которая отскакивает от скуки. Конечно, должен следить за собой и предостерегать себя от падений, от взрывов, от разбитых стекол, от бокалов, которые падают внезапно ни с того, ни с сего на пол. А он просто неудачно повернулся и зацепил рукавом, и все упало. Говорит, мистика, мистика окружает нас, мистика. К таким вот совпадениям вы действительно относитесь как к совпадениям, но были ли у вас какие-то прецеденты, когда действительно какая-то примета сбывалась? Нет, к сожалению, не было. Самая страшная примета, потому что... Самая страшная была примета, я должен был ставить спектакль... «Панночка». Это по мотивам повести Гоголя «Вий», по мотивам. И актеры в Макеевке, это я должен был ставить в Макеевке, в Тюзе, актеры возмутились, сказали, нет, «Вий ставить, нет, ни в коем случае». Я, какой, там вообще даже персонажа этого нет. Нет, «Вий», все, там «Панночка», там «Вий», там «Мисс», все. Не, у нас тут тот убился, тот разбился, тот поломался, тот покалечился. Вот таким образом эта мистика помешала мне поставить спектакль. Хотелось бы теперь от вас услышать какие-то слова, возможно, пожелания актерам молодым, начинающим, которые только начинают свой путь. Как относиться к таким предостережениям, к таким приметам, как от опытного действительно актера и режиссера? Самый главный совет – не забывать, что колдуны и волшебники на сцене – это актеры. Это они создают чудеса, они творят волшебство. И от них зависит, будет это светлым волшебство или темным. Только так. Спасибо вам большое. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітав заслужений артист України, актор та режисер Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Сергій Чверкалюк.